Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтической работы, фармацевтическая экономика. Первая тема – теоретические основы бухгалтерского учета. План лекции. Первое. Понятие предмета бухгалтерского учета и общая характеристика хозяйственной деятельности предприятий. Второе. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета. Третье. Функция и задачи бухгалтерского учета. Четвертое. Классификация и характеристика хозяйственных средств. Пятое. Понятие метода бухгалтерского учета и общая характеристика его элементов. Положение о бухгалтерском учете и отчетности Республики Узбекистан. План отчетов, утвержденный в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан о бухгалтерском учете и отчетности Республики Узбекистан и постановлением Кабинета министров от 26 марта 1994 года номером 164 о совершенствовании системы бухгалтерского учета. Согласно вышеуказанному решению, действуют общие правила организации бухгалтерского учета. Руководитель аптеки впервые определяет наименьшую стоимость объектов за отчетный период в составе основных средств, отражая это учетной политике. Основные средства для субъектов хозяйствования уверены в будущих экономических выгодах от них. И если стоимость актива может быть четко определена, то есть объект основных средств принят в использование и все первичные документы выпущены, могут быть призваны актив. Что такое бухгалтерский учет? Бухгалтерский учет – это система общего, непрерывного и документального учета фармацевтической деятельности любой формы собственности. Бухгалтерский учет ведется непрерывно, потому что он ведется ежедневно и всеобъемлющим образом регистрирует все бизнес-события и процессы. Есть определенные требования, которые необходимо соблюдать, чтобы правильно организовать бухгалтерский учет и эффективно управлять аптеками. Цель бухгалтерского учета – это формирование полной и достоверной информации для обеспечения внутренних и внешних использователей. Второй – анализ информации для выявления тенденций, развития предприятия, принятия управленческих решений. Предмет бухгалтерского учета, что представляет из себя производство, хозяйственная и финансовая деятельность экономического субъекта, оцененная денежным выражением. Объекты учета. Первое. Обеспечивающие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность. Имущество экономического субъекта, то есть активы, источники образования имущества, составляющие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность, хозяйственные и финансовые процессы, финансовые результаты. Единая система учета – это технический учет, бухгалтерский учет, статистический учет, управленческий учет, отчетность для менеджеров, налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность и фискальные органы, и в общем собственники и органы государственной статистики. Бухгалтерский учет, что из себя представляет? Оно представляет из себя двойную запись. Это метод записи бизнес-процессов и бухгалтерский учет. Оценка – это метод мотивизации имущества, источников и образования. Калькуляция – это метод группировки затрат и определенного удельного веса затрат. Амортизация основных средств является индикатором потери или ухудшения их физических свойств или характеристик. Спасибо за внимание.